Проблема с ямами во дворах достаточно острая, а жалобы на них входят в десятку самых распространенных причин обращений жителей на портал «Добродел». И по требованию губернатора Московской области Андрея Воробьева сейчас брошены значительные силы на ямочный ремонт на придомовых площадках. Мы в этом году открыли отдельную программу по ремонту дорог во дворах. Речь не только о тех дворах, которые благоустраиваются, но и тех, где ямы. Я давал поручение каждому главе территории обратить на это внимание и устранить их. Что касается Ленинского района, то все неровности во дворах зафиксированы, и действия по их устранению в самом разгаре. Во дворах мы это все оцифровали по поручению губернатора 2 недели назад. Соответственно, в общем у нас получилось 222 ямы по всему району, и работы нами были начаты уже ранее. Заключены соответствующие муниципальные контракты. Въезды во дворы, парковки, тротуары, проезды, пешеходные дорожки должны стать гладкими, как стеклышко. Чтобы не причинять дискомфорт людям и не затруднять трафик, ремонтные работы проводятся, как правило, в дневные часы, когда большинство жителей нет дома. Да, было много ям, но оперативно среагировали службы. Это претензии есть? Претензии? Да нету никаких претензий. Контролировать процесс ямочного ремонта можно благодаря программе для специализированных служб по оцифровке ям. Здесь в онлайн-режиме доступен каждый этап – от фиксации неровности до ее полной ликвидации. Приложение позволяет отслеживать, если, допустим, сделаны оцифрованные ямы, но по ним не ведутся работы, то есть это будет видно, что они не закрыты. Также в приложении высвечиваются контракты, заключенные на ямочный ремонт. И фотография прикладывается фотоотчет до и после. Впрочем, возможность внести свою лепту в борьбу с выбоинами на дорогах есть и у каждого неравнодушного жителя. Теперь, встретив на своем пути яму, достаточно приложить совсем немного усилий к тому, чтобы она исчезла. Достаточно просто оцифровать ее. И с помощью мобильного приложения отправить эту информацию в раздел «Ямы на дорогах» портала «Добродел». По распоряжению губернатора Московской области Андрея Воробьева, все ямы и неровности на дворовых территориях должны быть заделаны до 28 августа. Екатерина Коваленко, Владимир Бежонов, Елена Кошлева. Видное ТВ.